Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам правила игры Богос от компании Джико для детей от 6 лет и старше. В комплекте у нас много карточек с правилами игры на разных языках. Вот это русский. Еще есть 30 карт с частями скелета зелеными кружочками. Это целый скелет. Еще 12 карт с красными кружочками. Это сломанный скелет. И 2 карты Джокер. С помощью этой игры ребенок сможет ознакомиться с основными понятиями строения тела человека. Игрокам раздают по 6 карт. Остальные карты лежат в центре стола. Мы с вами сыграем в открытую. Сначала нужно определиться, какой скелет игрок хочет собирать. Вообще цель игры – это собрать 2 целых скелета или 1 сломанный. Игрок, который сделает это первым, считается победителем. Начинает игру самый младший игрок. Так, давайте будем собирать целый скелет. У нас есть 2 руки, 1 нога и корпус. Нам остается еще 1 нога и череп. Из этих частей состоит 1 скелет. Теперь он может попросить у любого игрока недостающую часть. Например, я прошу череп. У этого игрока есть череп. Я, естественно, не вижу его карты. Если у него есть та карта, которая мне нужна, он обязан ее отдать. Так, у меня есть череп. Теперь я прошу у него ногу. У него есть нога. И я собрала целый скелет. 2 ноги и 2 руки. Я могу продолжать просить у него карты, пока у него не окажется той, которая мне нужна. Если у него ее не оказалось, я беру верхнюю карту из колоды. Например, я сейчас хочу череп. У него нет черепа. Беру карту из колоды. Мне не попался череп, поэтому ход переходит ко второму игроку. Карта Джокер может заменить любую недостающую часть скелета. Теперь этот игрок просит карту у меня. Например, ему нужен череп. У меня нет черепа. Берет карту. И она ему не попадается. Стоит отметить, что все карты фосфорицентные, светятся в темноте. Для этого необходимо оставить карты в хорошо освещенном месте на пару минут. Особенно интересно играть будет в сумерках. Надеюсь, вам понравилась эта игра. Ждите следующих обзоров.